Свадьба на высоте 80 метров. Такой праздник себе устроили влюбленные из Индии. Они провели церемонию на тросах зип-лайн. Это развлечение обычно выбирают экстремалы. Они проносятся по канатам с ветерком с одной стороны пропасти на другую. А вот герои этой истории задержались на середине. Вместе с ними был и священнослужитель. В таком вот подвешенном состоянии молодожены обменялись клятвами, а родственники терпеливо дожидались банкета на безопасном расстоянии.